В многовековой истории армянского народа есть немало знаменательных страниц, к которым часто обращаются армянские писатели. Одним из интереснейших произведений армянской литературы 20 века является роман-эпопея Хачика Даштенца «Зов пахарей», в котором повествуется о героях армянского национально-освободительного движения конца 19-го, начала 20-х веков. В книге встречаются реальные личности, легендарные герои того времени – Арабо, Ахпюр Сироп, Геворг Чауш, Андроник Азанян, Драстамат Канаян. И в этом фильме мы бы хотели рассказать не о великом произведении Даштенца, а о жизни реально живущего в те времена героя, который решил защищать родину, навеки вписав свое имя в историю армянского народа. Махлуто. История великого Фидеи. Сембат Бороян родился в городе Муш, Западной Армении, 28 августа 1875 года. Он окончил местную монастырскую школу. Видя свою родину под гнетом турок и курдов, страдая со своим народом от беспощадного насилия, он в думах об освобождении родины подростком ушел к Фидеи. Первым наставником Сембата был Арабо, живший в крепости на вершине горы Сембат-Асар. Арабо мечтал освободить и объединить все крепости провинции Сосуна и Муша. Арабо научил подростка без промаха стрелять и преодолевать на коне ущелья и стремнины. После смерти Арабо судьба свела Махлута с Сиробом Ахпюром и Сусе, первой женщиной Фидеи. Они продолжали учить, закалять и готовить Махлуто к борьбе за свободу и независимость. Когда Ахпюр Сироб был предательски убит, безутешный Сембат никак не соглашался уйти с его могилы. Но другой герой, Фидеи Геворг Чауш, сказал: «У армян боли много», и повел уже возмужавшего юношу за собой. Именно Геворг Чауш нарек парня именем Махлуто, привел к Фидеи, сражавшимся с великой верой в груди и стремившимся объединить усилия в борьбе. Уже в 1900 году Сембат вступил в ряды АРФ Дашнак-Цутюн. В 1901 году Махлуто посчастливилось участвовать в знаменитой битве у монастыря святых апостолов, где небольшой отряд, возглавляемый Андроником Азаняном и Геворгом Чаушем, успешно противостоял 3000-й турецкой армии. Фидеи, не задумываясь, шли насмерть, восстав против насилия. Отваге их не было предела. 30 фидеи гайдуков выступали против многотысячного войска турок и обращали его в бегство. Эта битва сильнее укрепила авторитет фидеинов, и в частности Андроника, который, переодевшись в форму турецкого офицера, смог вывести из храма отряд. После этой битвы у курдов ходила молва: когда Андроник ночью, приходя домой, снимает шинель, из шинели выпадают пули врага. В 1904 году, во время сосунской самообороны, вместе с легендарным Геворгом Чаушем руководил битвой в Ишханадзоре. После падения самообороны Сосуна, вместе с Геворгом и другими фидеинами продолжает сражаться с турецкими войсками на территории Муша, а после перемещается в Аспуракан и 14 июня 1904 года участвует в битве на острове Ахтамар. Как-то раз Махлута видел, как прославленный фидеин Мосеймо с супругой, княгиней Алтун, по поручению Андроника и Геворга Чауша, отправился к английскому королю с просьбой освободить армян от султанского ига и притеснений. Сембат прочел перед собравшимися ответ английского короля, что он, дескать, король не только над христианами, но и над миллионами мусульман. «В Битлисе у нас есть консул, обратитесь к нему». «Никакой король нас не спасет», — сказал Андроник, вспомнив, что и Хремян Гайрик обращался к Европе с просьбой о восстановлении армянской государственности и вернулся ни с чем. Доставив боеприпасы из Александрополя, Махлута отправился в Карс, который к тому времени был освобожден русской армией и армянскими добровольцами. Когда режим Абдулгамида рухнул и на место кровавого султана пришли младотурки, некоторые из фидеи не спешили расставаться с винтовками и спускаться с гор. Но некоторые поверили новым властям, призывавшим к миру, дружбе и братству народов Османской империи. 40 лет фидеи воевали с султанским войском, и большинство из них не поверило в обещанный младотурками мир и новую конституцию, которая защищала права и свободы христиан. И фидеи, оставшиеся в горах и не поверившие младотуркам, оказались провидцами. Друзья, у нас для вас великолепная новость.
мы запустили онлайн-приложение «Радио Hike». Скачать приложение «Радио Hike» очень легко. Зайдите на своем смартфоне либо в App Store, либо в Google Play. Наберите в поисковой строке латинскими буквами «Радио Hike». Один клик, и вы на армянской волне. «Радио Hike» — голос армянской диаспоры. Шла Первая мировая война. Андроник стал главнокомандующим первым добровольческим отрядом в составе русской армии. Махлута был его помощником при коннице. Успешно продолжая военные действия, Андроник раскрыл коварный сговор царского генерала Аббасцева с Али-пашой, за что руководитель Кавказским фронтом Николай Николаевич, приходившийся дядей царю Николаю II, назначил Андроника главнокомандующим всеми войсками и поручил взятие Багеша, он же Битлис. Андроник с мушцами и сосунцами устремился на Битлис. Справа с конницы несся Махлута, слева – войско русского царя и донские казаки. Русские войска при содействии 2-го и 3-го добровольческих армянских полков взяли Карин и Муж, в связи с чем наместник русского царя Николай Николаевич приказал во всех занятых городах устроить по этому поводу парады. Все русское войско, армянские добровольческие полки и казачий полк радостно приветствовали Андроника. Прошло 25 лет с тех пор, как Махлута подростком покинул Муж и теперь снова вернулся в родной город. Тут он узнал страшные подробности кровавой расправы турок с беззащитным мирным населением. Узнал, что архимандрита Хессу турки завернули в сутану, облили керосином и подожгли. В Муше Махлута нашел бесценные записи своего дяди Беде Мисака, памятную книгу об уничтожении армян турками и курдами и спасении части населения армянскими добровольцами и русскими. После взятия Багеша армянские добровольческие полки были распущены и частично влились в русскую армию в долинах Алашкерта, Диадина и Баязета, где проходила старая граница российской Армении. Некоторые из фидаи начали собирать осиротевших армянских детей. Фидаи по имени Фитаро Исаро обходил города и села в поисках сирот, которых припрятали курды и теперь отдавали каждого за один золотой. 100 детей он переправил в сиротские дома Муша, Хнуса и Багеша. Фидаи Мосеймо и Орел Пито 200 сирот отправили в Александрополь, говоря: «Нужны саженцы для нашего Гаэстана. Нам каждый росточек дорог. По крупицам собирали осколки нашей родины», — констатировал Махлута. Самбат знал историю каждого фидаи, каждого сражения, каждой победы и поражения. Он записывал все события, участником которых был. После его смерти осталось несколько исписанных тетрадей записи фидаи Махлута, которые были использованы Хачиком Даштенцем при написании книги «Зов пахарей». Махлута был свидетелем и того, как огоньки по одному зажигались в разрушенных армянских селах весной 1916 года, стали гаснуть один за другим, и снова армяне превратились в беженцев, поскольку русская армия отступала, оставив защиту передовой линии армянским полкам. Но дрогнули и они под натиском турок. Андроник был безутешен. Пролить столько крови, столько солдат, армян, русских, казаков, оставить на полях Западной Армении и за два шага до победы снова увидеть родную землю под пятой врага. Защитимые Эрзурум, Битлис и Карс не случилось бы с Ардарапата. Последовало Брест-Литовское соглашение, приговор последним армянским патриотам. Андроник создает особую ударную армянскую часть, к которой присоединяются 25 тысяч беженцев из Западной Армении. Теперь Андроник и Махлута были вынуждены не только повсеместно сражаться с коварным врагом, но и заботиться о народе, следующем за их войском. На берегу реки Тахмут, на Авараерском поле, близ могилы Вардана Мамиконяна, разгорелся ожесточенный бой. Когда под Махлута пал конь, фидаи по имени Чаро мгновенно соскочил со своего коня и подвел к своему полководцу, говоря: «Если я погибну, одним человеком станет меньше, а если погибнешь ты, пропадет все войско». Отбиваясь от множества аскяров, мушец Чаро навсегда остался возле часовни Вардана, пустив последнюю пулю себе в лоб. Бесстрашно сражаясь, начиная от далеких Сосунских гор, они дошли до ущелья реки Варатан. Предстояло отбить Нахидживан. Взяв Нахидживанскую область, Андроник известил Степана Шаумяна, объявив область частью Советской России, помня, что еще Александр Грибоедов позаботился, чтобы эта область не осталась в руках врагов. Когда в Армении установили советскую власть, фидаи Фитар Исро, который в хурджинах перевозил армянских сирот, говорил: «Надо остаться на этой земле, надо растить на ней детей, надо, чтобы Армения не опустела». И он решил остаться на родине. И такого человека убили,
сфабриковав обвинения в антисоветской деятельности. Подобная участь, к сожалению, постигла многих из фидеи, решивших остаться на родине. Далее боевой путь Махлута проходил следующим образом. Еленовка, Севан, Норбаэзет, Нахичеван, Джульфа, Хой. 23 июня того же года принимает участие в защите и освобождении Хоя. Немногим спустя, 5 июля, руководитель 2-го батальона Сымбат назначается комендантом села Цахна Нахичевана. Его наделяют очень широкими полномочиями. В конце месяца он уже переходит в Зангизур. На данном этапе своего боевого пути ему приходится оборонять армянское население от турко-татарских набегов. В 1919 году он возвращается в Ереван и там же назначается членом исполнительского совета западных армян. Летом того же года он уже переходит через вооруженные формирования армян из Сосуна для того, чтобы попасть к озеру Севан. Там он преследует единственную разумную цель – оборону восточных границ Республики Армения от варварских набегов турок. Спустя год, а именно осенью 1920 года, в армянском отряде Карса, возглавляемый Сымбатом полк, участвует в армяно-турецкой войне. После оставления Александрополя, современной Гюмри, в ноябре того же года Махлута отступает в Алагяз, а именно на горную высоту Алагяза, и там же ведет ожесточенные бои. В ходе данных боев получает тяжелое ранение и в связи с этим оказывается в ереванской больнице. Махлута выздоравливает и, более того, продолжает свой славный путь стража армянского Нагорья. В период февральского восстания армян 1921 года Махлута был командиром среди тех, кто направлялся из Талина и Аштарака в сторону Еревана. В Даралагязе, современный Вайодзор, Махлута умудряется взаимодействовать с Гаригином Нежде. Во время отступления армянских сил в Персию, находясь в Таврузе, находит свою вторую половину и женится. Из Тавруза Сымбат Бароян переезжает в Египет, а после в США. Живет относительно долгое время в городе Фресно, штат Калифорния. Махлута не мог жить без родины, но он не мог и без Андроника, с которым оставался до самой смерти полководца. Он был с ним в Америке, сопровождал тело верного друга и соратника в Париж для захоронения на кладбище Пьер-Лашес. В 1933 году поселяется на постоянной основе в городе Марсель и избирается президентом Демократического фронта. В апреле 1943 года гитлеровцы через Армянский национальный совет пригласили Махлута в Берлин, предложив составить армянский легион из пленных армян и выступить против СССР, на что Махлута ответил, что не поднимет оружие на Россию. Когда началась Вторая мировая война, Сымбат Бароян помогал французскому сопротивлению в борьбе с фашизмом. В лице Мисака Манушяна Махлута обрел нового друга, став членом французской подпольной антифашистской организации. Его многолетний опыт в партизанской войне существенно помог успешным операциям против нацистов. Разлука с родиной все больше тяготила Махлута. Он часто вспоминал слова Андроника, сказанные им перед смертью. «Прекрасная, маленькая страна расцвела на берегу Аракса. Это и есть тот самый цветок, который мы искали. К нему обращены мои глаза в последнюю минуту. Хочу, чтобы этот красивый цветок рос и креп. Надо поддержать нынешнюю Армению. В ней наше будущее». И после Второй мировой войны Махлута решил репатриироваться в советскую Армению, так как он больше не мог себя представить без исторической родины. Главной задачей зарубежных армян Сымбат считал возвращение отнятой у них земли предков. «Как у человека, и у меня были разочарования в недавнем прошлом. Я много испытал горечи из-за людей. Но послушайте, братья, в одном моя вера осталась нерушимой. Это родина, край Армения, за которую я сражался. Эта родина сегодня реальность и зовет вас и меня». В начале октября 1947 года громадный пароход «Россия» с 3500 проживавших во Франции армян взял курс на Батуми. Прибывший из Франции караван армянских репатриантов нашел теплый прием на земле матери родины. Сымбат получил в Ереване квартиру, устроился на работу, стал членом Всесоюзного добровольного общества содействия советской армии, его направили в санаторий Арзни для отдыха и лечения. Ему была оказана необходимая материальная помощь. Несгибаемый, народный герой Сымбат Бароян после долгих скитаний нашел свой последний приют на родине. Похоронен во дворе монастыря Святой Гаяне в Ичмиадзине, рядом с могилой Хента, героя одноименного романа Рафи. Быть похороненным рядом с Хентом было желанием Сымбата.
«За веру мою похороните меня в святом Ичмиадзине», — сказал как-то Сымбат. «А за храбрость рядом с Хентом, если сочтете возможным».